Селедка под шубой по-новому. Для этого ровным слоем выкладываем тонкий слайс отварной свеклы и, отступая от краев, выкладываем натертую на крупной терке отварную свеклу. Смазываем это все майонезом. Сверху выкладываем слой натертой отварной морковки и также смазываем майонезом. Далее выкладываем слой натертой отварной картошки и снова смазываем майонезом. Посыпаем все мелко нарезанным луком. По центру кладем селедку и сворачиваем в ролл, как на видео. Коврик для суши использовать не обязательно, можно свернуть с помощью пищевой пленки либо фольги. Готовый ролл оборачиваем в пищевую пленку и фольгу, убираем в холодильник на пару часов. После этого нарезаем ролл на порционные кусочки. Украшаем майонезом и наслаждаемся. Всем приятного аппетита!